26 глава книга Второзакония. И недельная глава называется «Китаво», «Когда ты придешь». «Вая китаво ля арец, ашер Адунай Элоеха нотен леха нахаля, ваяришта, ваяшафта ба, валакахта мирашит коль при адама, ашер тави мярцеха, ашер Адунай Элоеха натан леха, васамта ватене, ваалахта ля маком, ашер Элоеха, лишакен шмо шам, увата ля коин, ашер ие баямимаем». ואמרת אליו, הגעתי היום לאדוני אלוהיך, קיבלתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו, ולקח הכהן התנה מידיך, והניחו לפני מזבח אדוני אלוהיך, והנית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ארמי עבד אבי, וירד מצרימה, ויגר שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול, עצום ורב, ויריעו אותנו המצרים, ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה, וניצוק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, ויראה את עינינו ואת עמלנו, ואת לחצנו, ויוצאנו אדוני ממצרים, ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמורה גדול, ובאותות ובמופתים, ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש, ואתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, אשר נתת לי אדוני, והניחו לפני אדוני אלוהיך, והשתחוות לפני אדוני אלוהיך, ושמחת בכל הטוב, אשר נתן לך אדוני אלוהיך, ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. Я читаю на русском, читайте на своих языках, у кого есть. Это очень сильные слова, и они говорят о нас, пришедших в эту землю. Когда вы придете в страну, не в пустыне, когда вы придете в страну, которую Господь Бог ваш отдает вам во владение. Когда вы овладеете ею, поселитесь там, возьмите первые плоды урожая, собранного тобою с той земли, которую отдал тебе Господь твой Бог. Положи их в корзину и приди на то место, которое Господь Бог твой изберет и сделает жилищем для своего имени. Подойди к священнику, который будет в то время, и скажи: «Ныне я возвещаю Господу Богу, что я пришел в ту страну, о которой Господь поклялся отцам нашим, что отдаст ее нам». Священник возьмет у тебя корзину, поставит ее перед жертвенником Господа Бога твоего. А ты скажешь пред Господом Богом: «Прародитель мой был скиталец арамей. Он ушел в Египет с немногими людьми и жил там, как переселенец. Там от него произошел народ великий, сильный и многочисленный. Египтяне относились к нам плохо, угнетали и принуждали нас к тяжелой работе. Тогда мы воззвали Господу Богу отцов наших, и Господь услышал нас, увидел наши бедствия, страдания и мучения, и Господь вывел нас из Египта рукой своей могучей, десницей простертой, совершив великие страшные деяния и знамения и чудеса, и привел нас сюда, и отдал нам эту землю, землю, источающую молоко и мед. И вот я принес первые плоды урожая земли, которую ты, Господь, отдал мне. Потом поставь пред Господом корзину твою, перед Богом твоим, и склонись пред Ним. Веселись, пользуясь всем тем, что Он дал тебе и твоей семье, Господь, твой Бог. И пусть вместе с тобой веселятся левит и переселенец, которые живут среди вас». Баруха та Адунай, Элойну мелех хаулям, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה, אדוני, נותן התורה. Мы благодарим Тебя, Творец, за Тору, и за то, что Ты избрал нас, и за то, что дал нам эту истину. טוב, אז כמו שעכשיו קראנו, אנחנו רואים מצוות מיוחדות שאלוהים נותן לעם ישראל כשהם נכנסים לארץ. Мы видим, что Господь Бог дает особенные заповеди израильскому народу для тех из них, кто заходит жить в Израиле. והמצוות האלו קשורות ישירות לארץ. הם לא נכללות בחוץ. И эти заповеди, они связаны непосредственно с тем местом, в котором мы живем. Они не связаны с заграницей, с диаспорой. ומה שמעניין, ממש כשבן אדם שהיה לו שדה. И очень интересно, что человек, у которого был свой сад, и когда он видит первые плоды произрастают из земли, он должен собрать их и принести в Иерусалим и поблагодарить Господа Бога. И там, когда вы читали текст, есть специфические слова, которые человек, приходящий в Иерусалим, должен произнести. Шамицад эхад, ешам дворим шекшурим элав яшерот, ата китаво, ата.
Там есть слова, которые говорят лично о нем. Ты, которого Господь привел в эту землю. А с другой стороны, он провозглашает те слова, которые связаны со всем народом. מצמיד את עצמו לעם כולו. ואומר, אני חלק מהעם הזה. Личность, тот человек личностный, который вот приходит с корзиной в Иерусалим, он также соединяет себя со всем своим народом. והוא מזכיר את כל ההיסטוריה, איך ומה קרה עם עם יהודי. И он напоминает перед Господом Богом всю ту историю, которая с нашим народом случилась от самого начала. ואז בסוף עוד פעם הוא אומר, והנה עכשיו אני נותן את מה שציווית. А в конце он заключает словами: я, вот он я, стою перед тобою. אז היום ליאון כשהתחיל את האסיפה, אז הוא דיבר על חגים, כשאנחנו נכנסים לחגים. И я, Леон сказал несколько слов перед тем, как, значит, собрание, о праздниках, в которые мы входим. אבל מילים האלו, הפסוקים הראשונים שקראנו, הם גם מתייחסים לחג. И эти вот эти стихи, которые мы сейчас прочитали, они также связаны с праздником. בדרך כלל קוראים את זה בחג שבועות. И обычно вот эти стихи читают в хаг Шавуот, на праздник Шавуот, который весной проходит. В апсуким аэлю им гам некрим хаг абикурим. И также эти стихи называются праздник первых плодов, когда от своих первинок ты приносишь перед Господом. И многие даже не понимают, что это про праздник говорится, и не знают это. כי כל החגים שאנחנו חוגגים, עם ישראל, потому что все те праздники, которые Израиль празднует, כל אחד מהם הוא קשור ישירות למשיח. Каждый из этих праздников, он непосредственно связан с Машиахом. יש ממש הגבלה הראשונה, מה המשיח עושה בצורה אחרת, בצורה רוחנית. И есть, каждый праздник, он символизирует нечто, что совершает Машиах, когда он приходит, только действия Машиаха более духовные, но непосредственно связаны с тем, что мы читали. מצד אחד, כל מה שעם ישראל עשה, היו דברים פיזיים. Здесь, с одной стороны, кажется, вот все это физическое, плоды принеси, корзину, и связаны как бы с производительностью земли, сельским хозяйством. Но, с другой стороны, у них есть непосредственно связь с духом, с духовностью, с тем, что Господь Бог делает. ואז אם אתם שואלים, אז איך זה פתאום קשור בכלל לישוע? И вы спросите, а каким образом вот эти вот слова можно связать с Машиахом, с Иешуа? איך החג הביכורים קשור לישוע ומה הוא עשה? Что Иешуа сделал вот в связи с этим вот праздником, и как вообще можно это понять? אז בראשונה לקורינתים, פרק 15, в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, אני רוצה לקרוא מפסוק 20, אתם יכולים לפתוח. Я хочу прочитать с 20 стиха, откройте. כי הפסוקים האלו הם חשובים לנו, לכל אחד מאיתנו. 15 глава с 1 стиха. Пожалуйста, откройте вместе с нами. כי פה תוכלו גם להבין איך ישוע קשור לביקורים. Вы поймете, каким образом Иешуа связан вот с этим праздником, с праздником первых плодов. אז ליאון, תקרא מפסוק 20 ישר ברוסית. Я читаю 15 глава, первое послание к Коринфянам, 15 глава с 20 стиха. Я читаю, it's 1 Corinthians chapter 15 from verse 20. Но Машиах действительно восстал из мертвых, первый из умерших, потому что как смерть пришла через человека, так и воскресение мертвых через человека. И как все сопричастные Адаму умирают, так и все сопричастные Иешуа Машиаху будут возвращены к жизни, но каждый в своей очереди. Сначала Мессия, потом, когда Он вернется, и все, кто принадлежит Ему. Потом будет конец, и Иешуа одолеет всех духов, начало власти и силы, и передаст царство Отцу Богу. אז פה אנחנו רואים. I finish it at 20, at end of 24. אז פה אנחנו רואים שישוע, כשהוא קם מן המתים, הוא היה ראשון. И здесь мы видим, что Иешуа, подобно первым плодам, он первый восстал из мертвых. הוא היה באמת כמו פרי הראשון שקם לתחייה. Он был тот первый первенец, первинка, которая победила смерть, восстала из мертвых. זה בדיוק כמו חג הביכורים. משהו התחלה, ראשונה, משהו שקם יוצא מן האדמה. Это то же самое, что мы читаем в Торе. То первое, что
происходит и произрастает из земли, собираются в корзину и приносятся как Богу нечто супер особенное. Моше бы Адам кулям мету, каха бы Иешуа кулям накум литхия. И как в Адаме все умирают, в Иешуа происходит вот это воскрешение, восстание из мертвых. Велос там анахну умрим ше Иешуа кам бедюк йом ахарей Песах. И не случайно мы читаем про воскресение Иешуа, что это случилось на следующий день после начала праздника Песах. Ки бедюк хага бикурим хогагим ото йом ахарей Песах. Потому что праздник первинок, вот то, что мы читали, он празднуется на следующий день после пасхальной ночи. Бедюк акоин аямыви это при аришон лифне элуим гам. Великий первосвященник. Он приносил вот эти вот плоды, представляя плоды всего народа в храме. Йом ахарей Песах. Это случалось на следующий день после Песаха. За это атхаля хадаша. Было новое начало. Машу хадаш, шинуй хадаш. Изменение. Кшата мецапели машу арбе йотер гадоль. Что ты ожидаешь чего-то более великого, более глобального. Моше коле хад мейтану анахну мецапим лезешу шинуй гадоль. Как все мы ожидаем некого изменения, большого, глобального изменения. Кмо коля ам мецапели ткумами намытим. И так как все ожидают воскресения из мертвых. Вазыны дырых Иешуа, аталиха зеуитхиль. И вот через Иешуа этот процесс включается. Уая рашит апирота элю. И он становится первинкой, первенцем из мертвых, и мы следуем за ним. Унотен хаим хадашим. Дающий новую жизнь. Хаим нецхиим. Вечную жизнь. Тем юдим кулям помакирим это битуй. Хаей нецах. Все мы знакомы с выражением «жизнь вечная». В имени Шальмазе с кулями гиду, то в захаим и мелуим, за машу ахарейшу улай намут, оше ништане. И все, наверное, ответят примерно так. Это связано с тем, когда мы вместе будем с Творцом, или после смерти, когда начинается то бесконечное, но уже в присутствии Бога. Нахон? Ну так большинство из нас примерно. Они гам каха хашавти. Я всегда примерно таким образом это представлял. Адше бэйзэшу йом раити пасук эхад миа ктувим. До того момента, пока не увидел одно место из священных писаний. Аля хаим нецхим. О вечной жизни. Ше Иешуа эх у магдиро там. Как Иешуа сам обозначает, что значит жизнь вечная. Зе катув бе сефер Йоханан перек 17. Мы открываем Евангелие от Иоанна 17 главу. Ки ма ше у омер аль хаим нецхиим, зе кцат мешане эта авана. То, что Иешуа говорит о жизни вечной, по-другому воспринимается и изменяет понимание. И Джон 17. Gospel of John 17. Бо леон текра ми решон от шалош колель. We will read three first verses. Три первых стиха, 17 глава. После этих слов Иешуа поднял глаза к небу и сказал: «Отче, час настал, прославь Сына Своего, как чтобы Сын прославил Тебя, так же, как Ты дал Ему власть над всеми живущими, и Он даст вечную жизнь всем, кого Ты дал Ему. А вечная жизнь – это знать Тебя, единственного истинного Бога и Иешуа, помазанника, которого Ты послал». Симуле вомер ахаим ницхиим зе ладат отха, эт Элоим эхад. И здесь очень четко написано, что Иешуа обозначает и называет вечной жизнью. Это узнать этого Бога, Творца, Творца Бога Израилева и посланного им Сына Иешуа. Здесь не говорится о жизни после смерти или до смерти. Он не говорит, он ничего не говорит про рай или про ад. Вечная жизнь – это познать Творца и посланного им Мессию. И это он предназначает для нас, живущих здесь. Это касается каждого живущего сегодня на земле. Анахну куляну шоафим лехаим нецхиим. Мы все имеем желание, и он привлекает нас к тому, что называется вечная жизнь. Валину омер такироти. Но для того, чтобы ее принять, есть простое слово: познай меня. В акараш элелуим зе машу амок зе таалих. Но познание Творца — это не мгновение, это процесс. Вакара азот и матхиля мы пирота решонот. И это познание Творца начинается с тех первых плодов, которые Он нам предназначил. Кмоши коли хада я ба вы махриз. Элоим, ата зе шеевета оти.
И как каждый из нас на каком-то этапе сказал в своем сердце или своими устами Господу: «Ты призвал меня, ты нашел меня». Акара шел Элоим матхиля миавана, ше Элоим узе шешолет бахаим шенха. И познание Творца, оно начинается с того, что ты начинаешь осознавать в своей голове, что все в этой жизни, все начинается с Него. Что Он, который приводит тебя, и Он стоит за тобою. Он тот, который благословляет твои руки, и который поддерживает и проводит тебя через различные обстоятельства. И когда ты становишься в состоянии поблагодарить Его за все те действия, которые Он производит в твоей жизни, вот там начинается то изменение. Там начинается то, что Писание называет вечная жизнь. Потому что там ты начинаешь познавать Иешуа. Подумайте об этих словах. Потому что чаще всего мы не так представляем вечную жизнь. У нас сегодня, сейчас, прямо сейчас есть вот эта жизнь вечная, познать Его и посланного им Машеха. И познавать Его руку, проявляющуюся в нашей жизни каждый день. И важность во всем этом, как мы читали в Торе: «Возблагодари Господа Бога твоего». Потому что если ты не можешь выпустить из уст своих слова «Спасибо тебе, Господь», это значит, что ты просто не понимаешь Его. И ты думаешь, что ты держишь в своих руках все. И не Он. И благодарность. То, что ты возносишь Ему. В этом мы прилепляемся к Нему и познаем Его. Аминь.